Всем привет! Практически в любом спортивном магазине можно найти вот такие вот ручки для велосипеда, которые одеваются на руль. Стоят они там копейки, чуть больше 100 рублей. Я же их заказывал на AliExpress, мне они обошлись вообще в 70 рублей. Такой вот очень мягкий материал, влагостойкий. Ну и сейчас я вам подскажу пару идей, куда их можно применить именно для рыбалки. Первое, что из них можно сделать, это заменить вот эту вот рогатулину на стойке удилища, взяв 20-ю полипропиленовую трубу, просверлив в ней отверстие, зафиксировав. Сюда они одеваются очень-очень туго, их тут даже клеить не обязательно. Вот таким вот образом, допустим, одели их на трубу, здесь поставили заглушки. Ну а по центру сделали крепеж для вашей стоечки, можно болтик поставить. В общем, на что у вас хватит фантазии. Предварительно можно нагреть вот эти вот края полипропиленовой трубы и загнуть их примерно под 45 градусов с двух сторон. У вас получится очень отличная стоечка, держатель для удилищ. Это первое. Себе же я взял их немного для другой цели. А именно, есть у меня вот такое вот коротенькое удилище на уклеечку. 3,6 метров карбоновое. Всем оно хорошо, но не очень удобно держать его за рукоятку. Поэтому я вот так вот одену эти ручки. Чуть-чуть они здесь болтаются, ничего страшного. Можно подмотать изолентой или другим материалом. Также вот у меня еще есть вот такое тоненькое маленькое удилище, 1,80 м. Вторая ручка пойдет у меня вот сюда. Предварительно, чтобы не смотрелись они так грубо, сниму с двух сторон вот здесь вот фасочки. То есть чуть-чуть скруглю краешки. При помощи наждака снял вот так вот я фасочки. Теперь остается только закрепить. И получится, я думаю, очень удобно. Взял черную изоленту и прям совсем немного мне необходимо сделать потолще мою рукоятку удилища. Ну вот, теперь уже одевается довольно туго. Вот такая, друзья, у меня красота получилась. В руке теперь сидит как влитая. Можно также, в принципе, еще немного подклеить краешки, чтобы вот эта вот оболочка не слетела. Точно так же поступлю сейчас со вторым удилищем. Как вы видите, мотаю вот такими вот ступеньками. Так и изолента уйдет меньше. И крепиться будет очень удобно. Ну и после такого тюнинга и ручка смотрится богаче, и в руке сидит намного приятнее и надежнее. Ну и соответственно, вес у этих рукояток очень маленький, так что удилища стали весить, ну, может быть, на несколько грамм больше. Надеюсь, что эта информация для кого-то стала полезной. А на этом у меня все. Всем пока и до новых интересных видео. Всем удачи на рыбалке!